Знакомьтесь, да, кто не знает, это моя бабушка. Ой, фу, ты что ты мне в рот лезешь? Моя девочка. Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я улетаю. Ксюша с Маргаритой уже ушли, с ними попрощалась. Сейчас отведем Макса и Каролину. Влоги я буду снимать, но выложу уже. Влоги я буду там снимать у бабушки, как я прилечу, как мы обратно полетим. Но выложу я это уже, когда, естественно, когда мы уже прилетим. Пока, моя девочка. Поехала я. Скоро приеду с бабулей, знакомить тебя будем. Чемодан этот я сдам в багаж и просто буду ехать с одной сумочкой налегке. Так, мы сейчас быстренько заедем в одно место, кое-что посмотреть. Если еще будет время, еще есть. Вообще-то мы пошли покупать мне телефон. Мой подарок на день рождения купили папе. Al final compré yo y no compro ella. Да, в итоге купил себе папа телефон, а не мне, потому что я хотела 13-й Pro Max, а его нужно заказывать. Это должен был быть мой подарок на день рождения. Ну ладно, подождем. Так что все, поехали мы в аэропорт. У нас еще есть время, сейчас 10:20. Ну как раз где-то за час доедем. Уже подъезжаем, ребята. Осталось сколько минут? 8 минуток осталось. Все, я сейчас пойду уже не на посадку, но, в общем, я туда пройду, куда Лео уже нельзя идти. Билет у меня уже есть. Ну что, теперь мне нужно искать мой терминал. Сейчас, скорее всего, на поезде поеду, а потом нашла свой выход. Е62. И мне еще нужно ждать где-то часа полтора. Думаю, походить, посмотреть, просто погулять, сидеть скучно. Сейчас, наверное, похожу, погуляю куда-нибудь. Перешла, я немножко выше поднялась, тут так красиво. Самолетики стоят, погода сегодня чудесная, тепло. То, я уже в самолете. И нам сегодня задержали рейс на целых 30 минут. Поэтому я надеюсь, что я успею на второй самолет. Можно будет смотреть телевизор. Взяла наушники. Какой-нибудь фильм или программу. Мне, по-моему, повезло, у меня соседей нет со мной рядом. Буду лететь одна. Хочу посмотреть какой-нибудь фильм. Вот этот, наверное, «Малефисента». Там принесли их. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. Так, теперь мне нужно пройти в транзит, чтобы потом пересесть на другой самолет. Я нашла. Надеюсь, я иду правильно. В общем, я все правильно прошла. Сейчас я пройду паспортный контроль и все, и буду ждать самолет. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. Мой рейс пока не написано, где какой выход, под каким, какая буква и какая цифра, но, в общем, через час, даже не через час, через 30 минут я уже буду идти на посадку. Я очень устала, я так хочу спать. И сейчас мне нужно лететь 5 часов, и я надеюсь, что я высплюсь. Я очень устала. Show me your love like it is, like it is. Been open my heart like you feel less. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love.
Так, всем приветик. Сегодня 28 сентября. Снимала я влоги, пока прилетела, потому что очень много было дел. Бегала там по бумажным делам, решала разные вопросы. Послезавтра нам уже улетать. И сегодня мы будем делать тест. Я вызвала на дом, чтобы никуда не ехать. Они приедут домой, возьмут у нас анализы. Все, чемоданы мы почти собрали. Это у нас ручная кладь. Это тоже ручная. Это отдать. Здесь 30 килограмм, здесь 30 килограмм. Вчера погода была просто ужасная. И у меня, кстати, здесь началась аллергия на пыль. Вчера было очень много пыли, знаете, такая даже была дымка какая-то. Мне даже пришлось пойти в аптеку купить капли в нос, потому что дышать было вообще невозможно. У меня такого никогда не было, и я как сюда прилетела, у меня сразу началась аллергия. И мы собираемся, завтра еще будем собираться. В общем, у нас, получается, будет перевес еще. Мне нужно пойти купить еще один чемодан, и туда мы будем складывать перевес, потому что на одного человека 30 килограмм и 8 ручная кладь. Мы уже чемоданы все собрали, и у нас как бы еще вещи остались. Поэтому придется купить еще один. Как вы, наверное, заметили, я покрасилась. Ну, сейчас у меня хвостик. Вот, и брови себе сделала. Еще мне нужно сходить завтра к зубному. Кстати, нужно не забыть, завтра у меня зубной. Это еще в другую сумку, да? А? Это нужно чемодан еще один покупать? Да. В общем-то, это еще осталось. Сюда все складываю. Угу. Я небольшой возьму чемодан, поменьше. Не на 30 килограмм. С 6 до 9 придут к нам сделать тест. Завтра утром я заберу результаты. Покажу немножко. Небольшой такой обзор по квартире. Есть кухня у бабули. Раньше здесь вообще была стена. Раньше было модно делать вот здесь вот арку через кухню. В общем, чтобы через зал заходить в кухню. И закрывается проход через туалет. И здесь была лоджия. Тоже ее открыли, соединили. Сделали такое вот место для отдыха. Вот, ну это гостиная, все дела, там комнаты, вот тут вещи, собираем вещи, здесь комната, эта комната была моего брата, вот. Это бабулина комната, сидит в телефоне. Пора отдыхать, завтра вставать очень рано, поэтому я уже буду снимать завтра. Девчонкам подарки передали. Подружек от моих. Варенички. Это что? Это вареники? Вареники. С чем? С творогом? С творогом, да. А я люблю. А я не люблю с творогом. Я буду сейчас кушать пельмешки. Ой, горячие. Они не варятся, там отключилась, баб. Чего отключилась? Газ отключился. Не, главное, варит она мне пельмени. Без газа. Ты чё? Во, все. Да видно, прибавила не то, вот так. Все, мы садимся обедать. Да? Да. Можно тебя снимать? Можно. Ты наш теперь новый персонаж в нашем. Знакомьтесь, да, кто не знает. Это моя бабушка. Это не мама, потому что многие думают, что ты моя мама. Многие, да? Ну, многие, да, думают, что ты моя мама, но это моя бабушка. Прабабушка теперь уже. Ничего с такой. Нет, нормально. Прическа такая. Кушай, я не люблю с творогом. Ну, одну попробую. Проверь, я попробую. Пробуй один вареничек попробую. А сметанки нет? Нету. Нет, жалко. Майонез есть. Давно не ела с творогом. Ну, аппетит. Жалко, сметанки нет. Так, все, покушаем и дальше дела делать, да? Горячий. У нас остался еще один чемодан, да? Да. Один чемодан соберем и все. А ты не снимала, как мы снимаем, как мы чемоданы как собираем? Как мы собираем чемоданы? Я забыла. Я хотела еще камеру поставить и забыла. Как я там вещи все пихала в чемодан. Thank you.
домой. Сейчас мы будем собирать уже оставшиеся вещи. Кстати, я не только покрасилась, но еще и подстриглась. Видите? Я обрезала свои длинные волосы. И знаете, так хорошо, так легко. Тут у меня разные документы. Кстати, нашла фотографии. Старые-старые совсем фотографии. Вот это вот Маргоша. И это вот Ксюша. Вот это Маргарита в садике. Вот она. Старые фотографии, не нужно спросить, кто это. Какие-то старинные фотографии. Это моя мама. Это тоже моя мама. Она очень любила фотографироваться. Это тоже мама. Гора лежит всего. В этот садик, кстати, я ходила. Моя мама здесь работала. Я в этот садик ходила, заканчивала этот детский сад. Вот за садиком стадион, за стадионом школа. Там тоже я училась 2 года и потом перешла в другую школу. Тут все изменилось, конечно. Вот этих вот домов раньше не было. Везем бабулю на самолет. Посадка сейчас будет. Чемоданчики наши. Домой. У нас немножко были проблемы с документами, но мы их уладили. Фу, ты что-то мне в рот лезешь? Симонечка! Ай! Девочка! Ой, это мама! Здравствуйте! Идем дальше, покажем бабуле сейчас квартиру, чтобы она. Да, прямо это ванная. Вот сюда это моя комната. Да. Это комната Каролины и Макса. Максика. Это читалки. Да, выдвигается, да, да, да. Все ясно. Теперь... Дело такой базар, что это... Это любимые игрушки. А это тапочки. Хочешь себе такие? У них тепло. Это в ванной купается только мама с папой, да? Нет, все. Нет? Все купаются. Да. Это для всех, да. Здесь вот душ. Душ, видишь? Вот так вот. Душ, джакузи, будешь джакузи. Плавать, ну, наберем. Если сюда не залезть. Да, высокая. Хотя сейчас продают ступеньки. Да. Нет, это Маргарита с Ксюшей. Маргарита? Да. Вот. Значит, так, а вот Маргарита. Это Ксюша, а там Маргарита. Вот она тут распечатала фотки. Включил свет? Ну хорошо. Это моя, да? Да, это бабушкина комната. Напротив вашей. Да. Все? Вставать, ты будешь сидеть. Ой, ой, какая красота. Немножко такая пока просторная. Мы еще поставим потом сюда тумбочку. А пока вот так. Танцевать можно. Шкаф твой. Пальмочку тебе купили специально. Красивая. Чтобы у тебя зелень была живая. Шкаф красиво. Открывай, пустой очень пока. Будешь наполнять. Вот вешалочки у тебя тут висят. Угу. Такой вот шкафчик. И вот здесь полочки ну, тоже. Ну, размещу вот только что. Надо это снять. Это
инструменты. Да. Хорошие, вот тут можешь выйти на улицу, если ты хочешь. Да, возьмешь вот так вот, откроешь и пойдешь гулять на улице. Независимо ни от кого. Да. Вот это самое. Солнышко здесь утром. Солнышко здесь утром. Вот, я да. Подумала, что утром здесь. Только утром солнышко. Нет, хорошо. Хочешь открыть, хочешь закрыть. Ну, до конца это очень темно. Не, просто смотри, допустим, оно до конца опустится, а потом можно открыть. Да. И вот так закрыть. Или вот так открыть. Как ты хочешь, да? Можешь регулировать, как ты хочешь. Можешь чуть-чуть открыть вот так вот. Можешь сильно открыть, можешь совсем открыть. Можно совсем поднять до конца это и все. Ночничок такой, да? Присядь на кроватку. Сейчас, я хоть мягкая она или не мягкая. Да, выбирали тебе кровать специально. Нормально? Нормально, да не нормально. Удобно? Удобно? Да, нормально. Вставать тяжеловато, но и... Вот тумбочка. Можешь складывать сюда что-нибудь. Сюда можешь ставить, там, не знаю, телефон. Вон розетка есть. Можешь заряжать. Отключается как свет. Вот здесь. Ну, можешь телевизор повесить. Тогда вообще с комнаты не выйдешь. Мы тебя не увидим тогда вообще. Сядет в комнате и будет сидеть у себя. Я говорю, в комнате сядешь, мы тебя не будем видеть. Как ты захочешь. А Ютуб можно тут, да? Можно, конечно. Интернет подключить и все. Нет. Она же была последний раз вот так вот ниже тебя. Так, ну что, разбираем подарки. Кому что. Маргарита уже сидит в толстовке. Ярко-оранжевый. Вот эти вот бабуля привезла Ксюше, но они ей большие. Это был последний размер, по-моему, поэтому она взяла 39-й. Но Ксюшке еще расти и расти. Они мне как раз, я их буду носить. Ксюш, можно я буду их носить? Ксюша, ни одни не подошли. Какие крутые, а. Вот тут мусор посмотри, будет, мусор забиваться будет. И носочки дай, которые это цветом посмотри. Похожи. Бабушка, как всегда, без носков не приедет. Во. Кому ты звонишь? Крутые. Ну, пускай полежат немножко на будущем мишка. Да, Ксюша? С мишками какие прикольные. Пони, с пиццей. Мышка с сыром. Что, с пиццей? И вот пицца тоже. Это попко, этот, Боня, как его, картошка это... фри. Боня, отойди. Мячик. Даже Бони мячик принесла бабуля. Видишь, вот подарок я для Бони. Подаю. Ксюша сидит, расклеивает наклейки. Почему Макс не клеит? Ну, мама, он не умеет клеить. Я не знаю. Ну, учись. Ладно. Учись. Он не знает. Ну, пусть ровненько старается. Ты ему показывай, куда он будет клеить. Я не могу. Какие розочки красивые. Угу. Огромные просто. Так жалко, пусть они засохнут. Они так пахнут. Да. Ну, как... Очень вкусно. У меня голова болит. Обалденные. Ты болеешь, завтра не идешь? Не знаю. Ксюша как простыла. Она сегодня в школу не ходила. Я сегодня убирала. Угу. Медицинские полираки. Все, ребят, на сегодня будем заканчивать наш влог. Я буду монтировать завтра. Сейчас мы пойдем отдыхать. У нас еще осталось много подарочков, которые мы не открыли, не показали. Так что будем завтра снимать влог следующий. Сейчас всем спокойной ночи и пока.